Я бы хотел, чтобы вы, не выходя на ковер, ни в коем случае ни на кого не жаловались. Я хочу, чтобы вы знали то, что вы вышли на соревнования не для того, чтобы плакать, извините, что-то не получается, а для того, чтобы сделать самый наилучший вариант композиции, которую вы готовили. Договорились? Да. Легкая разминка. Сразу будем выходить на дорожку после бега. Руки, конкретно, линия, покажи сам, не бойся. Вот так. Видишь, я тебя кричу, когда ты в той точке только вышел. Я говорю, вот так, правильно. Наконец-то, как донбассовец настоящий сделал. Еще раз, лучше будет, но вы заводите мотоцикл, вот это мне не нравится. Вытянись весь, ногти, стопа. И, Миша, я понимаю, что давно не делали все, но вам выходить на ковер, вам показывать себя. Ты вышел, все, забыл, никого не интересует, как и что. Ты должен показать только лучшее, что ты готовил. Андрюха, давай, ты же донбассовец, елки-палки. Ты должен показывать, вот, я не знаю, винт задний. Вот, интереснее. Да, решетка, молодцы, забрали. Хотя было низко, молодцы. Включи. Убирай тормозную жидкость, затянутый весь. Наконец, вот это, хотя бы так, это в движении было правильно. Ну, что потом идет на 2,5, хлёст такой нужен, ой-ой-ой. Уверенно, раз, два, и лицо такое свободное. Как будто ты в водичку ныряешь, затяни. Голок, покажи лицо, все, коленочки, правое коленочко выше. Пошли, крокодил, так же коленочки, не бойся, держи, и сход, вот и все. Ну, есть ошибочки, но уже не такие, как ты делал ранее. Решетку берут, носки, и понеслась прямым телом. И что? Забыли, девочки, субботний вечер. Он до встречи. В чем дело? Просыпаемся. Поехали, жми тогда с угла, еще раз. Поехали, вот такое, как будто тебя тут бьют. А ну улыбайся. Пирамида такая красивая. Хеопс называется. Во, молодец. Так четко держать лицо. Сегодня поработали, вы поняли, что вы могли, что не могли. Короче, и получилось, и кое-что не получилось. У нас есть 10 дней до соревнований. Отрубиться, работать, домой пришли работать, и так оно и дальше. Завтра прийти с настроением, вы поняли? Свидания все, девочки, отсутствуют. Никто не думает. Свидание на тренировке. Вот ваши парни, это только они ваши. Не уходите в сторону. Работать и понеслась, как Путин сказал. Самолет поднялся, и мы еще долго будем лететь. Так или не так?